Туве двое местных жителей предстанут перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия группой лиц по предварительному сговору. Региональным следственным комитетом завершено расследование уголовного дела по обвинению 22-летних жителей Тувы. По версии следствия, 13 марта текущего года около 17 часов на автостоянке, расположенной на территории республиканской больницы номер 1, обвиняемые, заранее вооружившись металлическим прутом и ножом, совершили нападение на потерпевшего. До совершения преступления они предварительно закрыли лицо медицинскими масками с целью исключения дальнейшего их опознания. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Министерством внутренних дел по Туве проводится профилактическое мероприятие «Первокурсник» в целях предупреждения фактов противоправных деяний, совершаемых студентами учебных заведений среднего профессионального образования, и ознакомления их с ответственностью, предусмотренной за совершение административных правонарушений и преступлений. Особое внимание правоохранители уделяют ежедневным рейдовым мероприятиям в общежитиях учебных заведений. В ходе визита полицейские ознакомились с условиями проживания студентов, побеседовали с ними на тему соблюдения правил проживания в общежитии и обеспечения правопорядка. По состоянию на 20 сентября текущего года на профилактическом учете по делам несовершеннолетних органов внутренних дел республики состоят 85 студентов учебных заведений среднего профессионального образования. 6 из них находятся под следствием за совершение различных преступлений.